В Казахстане выявили коронавирус. COVID-19 лабораторно подтвердился у троих наших граждан. Два случая зарегистрированы в Алматы, один в столице, еще один за границей, у четверых. А в мегаполис, в Южный, уханьскую пневмонию завезли из Германии, а в Нур-Султан из Италии. В обоих случаях среди контактировавших десятки человек. Глава Минздрава Елжан Биртанов сегодня объявил, что республика переходит к плану «Б». Это комплекс экстренных мер повышенной безопасности. Диана Абдуллаева с подробностями. Пятница, 13 марта, останется в памяти у казахстанцев как день, когда в нашей стране впервые выявили коронавирус. О том, что у главы Минздрава тревожные для всей страны новости, стало ясно в первые минуты по его настроению. Елжан Биртанов сообщил, что в Алматы у двух казахстанцев, прибывших из Германии, подтвердился COVID-19. Персональные данные зараженных не раскрывают. Известно, что это мужчина и женщина 46 и 36 лет. Они прилетели в Казахстан 9 и 12 марта. По словам министра, на первом самолете с зараженным человеком летели 73 пассажира. Сейчас медики приступили к их изоляции. На втором самолете, который приземлился в Алматы сегодня ночью, было 12 человек, включая экипаж. Все они помещены на карантин. Ежан Биртанов добавил, что пока оснований для объявления режима ЧС в Алматы нет. После того, как будут выявлены все контактные лица, проведена с ними будет тщательная работа, осмотр их, сбор информации о состоянии здоровья и при необходимости обследования. Если мы увидим, что есть дополнительные пациенты, то возможно такое принятие решения. Позже, в 17:30, прошла еще одна экстренная пресс-конференция. Изначально в спикерах была заявлена председатель комитета контроля качества и безопасности товаров Людмила Бюрабекова. Но пришел глава Минздрава и снова с неутешительными новостями. Третий случай заражения коронавирусом подтвердился в столице. Вот на данный момент дополнительно у нас поступила информация о положительном тесте, выявлении еще одного пациента из прибывшая из Италии, из города Милан. Это женщина, которая прибыла в город Нур-Султан 12 марта. Женщину сразу из трапа самолета поместили на карантин. С ней летели еще 90 пассажиров. Сейчас ведется работа по их изоляции. Глава Минздрава призвал казахстанцев не паниковать из-за первых случаев коронавируса. Он заверил, что COVID-19 – это всего лишь респираторная вирусная инфекция, у которой есть разные степени тяжести. По его словам, в большинстве случаев коронавирус протекает бессимптомно и не требует лечения. Казахстанцам не стоит очень сильно переживать. Это респираторная вирусная инфекция, которая бывает. Есть различные формы, скажем, грипп, но это чуть более тяжелая форма. В этой связи, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что в легкой степени лечения как такового не требуется. То есть обильное питье, если есть беспокойство, там противовоспалительные препараты. А если есть уже более, так сказать, серьезные симптомы, как стойкая температура, кашель, необходимо вызвать скорую помощь. Глава Минздрава порекомендовал казахстанцев в связи с сложившейся ситуацией ограничить ненужные контакты, чаще проветривать помещения и измерять температуру тела. Диана Абдуллаева, Нуркен Такмурзин, Информбюро Нур-Султан.